Сегодня готовим очень вкусные ароматные блинчики. Нам понадобятся очень простые продукты, и сегодня блинчики будут капустные. Попробуйте, очень нежные, вкусные, ароматные. Я думаю, вам понравится. Количество ингредиентов напишу, как всегда, под видео. Для начала в абсолютно сухую сковородку отправляем капусту. Я ее порезала произвольной такой формы. В принципе, нарезка в этом рецепте не важна. Мы все равно ее будем пропускать через блендер. Добавляю 50 мл от общего количества молока. Закрываю крышкой и отправляю капусту тушить 3-5 минут. Не нужно капусту сильно обжаривать, достаточно прикрыть крышкой и просто протушить. Капуста протушилась, стала мягкой, я ее совсем немножко остужаю. Остывшую капусту перекладываю в блендер. Добавляю 2 яйца. Соль, черный молотый перец. И все перекручиваю в кашицу. Добавляю сюда молоко комнатной температуры. Растительное масло. Все хорошо перемешиваю. И постепенно добавляю муку. Замешиваю такое однородное тесто без комочков. Тесто накрываю крышкой. Посмотрите, какое оно получается. Хорошее такое, без комочков. Накрываю и даю ему постоять минут 15. Тесто постояло, я уже нагрела сковородку, немного смазала ее маслом. Вот так вот обязательно перемешивайте тесто перед тем, как выпекать очередной блинчик. Блинчики распределяю по сковородке и обжариваю с двух сторон. Блинчики очень хорошо переворачиваются и выпекаем на другой стороне. Блинчики получаются тонкие, нежные, вкусные. В них даже можно завернуть какую-нибудь начинку, которая сочетается с капустой. Пробуйте, готовьте эти невероятно вкусные блинчики. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые, доступные рецепты вместе со мной. Пока-пока!